Итак, приветствую, друзья, всем огромнейший привет. Привет. Ну что у нас сегодня? Ну-ка, скажите, что у нас? Да, вот поставил такие песни, да. Вот такие песни поставил. Да, вот, кстати, не знаю. Ну, на тот вопрос, провокация или не провокация. Нет, не провокация. Потому что, не знаю. Потому что, во-первых, никто из вас ни хрена ничего не понял, про что там поется. Хоть и язык очень близкий к нашему, но ни хрена ничего не понятно. Серьезно. Ну и, конечно же, хотелось сегодня с утра как-то начать с позитива. Ну а почему нет? Потому что вот, ё-моё, я посмотрел новости, да, просто жесть. Плюс еще вчера я опять смотрел турецкий сериал «Великолепный век». И что вы думаете? Вот после всего вот этого сериала все Надя сказала, говорит: Максим, я, говорит, не хотел поколебать чувства здесь людей присутствующих, ну, видимо, придется как не грустно. Вот смотри, говорит. Вот Хюрем называет султана, то есть не Хюрем, а это какой-то баши там называет вот сестру султана, называет моя госпожа. Я говорю, и все, говорит, давай, говорит, в нашей семье ты тоже будешь меня называть, ко мне обращаться, моя госпожа. Ну, ладно, думаю. Ну, а что, мать не знает, отец не сдаст. Будем обращаться, моя госпожа. Да, кстати, я вчера для вас снял апартамент «Актер Galaxy» по низкой цене. Ну, ребят, чтобы вы понимали, 98 квадратных метров с обалденным ремонтом, с обалденным видом. 27 миллионов. 27 разделено на два апартамента, которые сдаются как минимум за 10 тысяч в сутки. И вчера единственный день не нашел, чтобы они, соответственно, не сдавались. Тоже сегодня на канале вы у меня увидите. Я вчера заснял классный дом на Бытхе. Прям реально дом бомбический. Дом просто классный, дом просто заснял с ремонтом, там немножко даже мебель есть. Тоже, в принципе, за нормальный, адекватный. Кстати, дом вообще продается, ну, отдается даром.
Там просто получается, при покупке автомобиля дом отдается в подарок. А нужно купить всего лишь Фиат. Кому интересно, обязательно подписывайтесь на канал, посмотрите. Дом на халяву. Я понимаю, что там, короче, ремонт не такой, как, который хотелось бы и так далее. Как бы в доме, как бы по дому по вопросов очень много. Но это халява, это бесплатно. При покупке автомобиля этот дом на Бытхе возле Муревидова отдается просто бесплатно. Да, кстати, я вчера тоже заснял еще кое-что интересное, тоже сегодня выгружу. Но сразу говорю, те, кто у нас по дурости по 500 тысяч рублей за квадратный метр зашли в стройку, там где-нибудь в Кудепсе, либо на северном склоне Бытхи, я рекомендую этот видеоролик не смотреть, потому что я вам покажу по 220 тысяч рублей за квадратный метр готовый сданный объект, который построился по федеральным законам 214, где есть просто шикарная детская площадка, игровая площадка, бассейн, консьерж, все в таком духе сделано, высокие потолки и так далее. И на секундочку, да, продажа, все. И цена 220 тысяч рублей за квадратный метр. Школа, детский сад, парковка, вот все, что ваше душе угодно. Поэтому извините меня, пожалуйста, уважаемые бестолочи, которые у нас покупают по 500 тысяч за квадратный метр в Кудепсе, вам лучше не смотреть, потому что у вас может разорваться сердце. Ну, серьезно говорю, 220 тысяч рублей за квадратный метр, готовый, сданный объект, все, заехал, сделал ремонт и живи. Живи счастливо, живи так, как ты должен жить, понимаете? Вот именно так, но никак по-другому, понимаете? Вот именно так, поэтому подписывайтесь. Да, кстати, сегодня плюс 13 градусов, сегодня нифига не тепло. Но, опять же, обещают, что будет тепло. Но сегодня нифига не тепло, я вам серьезно говорю. Слушай, что у меня тут? Нормально там висит у меня висюлька. Сегодня нифига не тепло. Понимаете? Нифига не тепло. Ну, ты на красном проехал, дебилоид. Ну, в общем, вот как бы так. Теперь давайте перейдем к нашему новостному прекрасному блоку, да, вот прям реально к новостному прекрасному. Нифига себе, здесь парковку сделали, а как здесь парковаться? Да, кстати, видели там эти всякие пердючки поставили здесь красные, да, чтобы вот сейчас парковка здесь через два дня, через три дня будет уже абсолютно платная. Собака бедная потерялась. Ну что, давайте по новостному блоку. Вот видите, а вы говорите, что новостей про недвижимость нет. Есть же? Есть. Конечно же, не будет у нас темы политики, не хочу, потому что я вижу 100 людей, 100 разных мнений, очень много неграмотных, очень много необразованных, которые не знают ни географию, ни историю, ничего. Поэтому очень тяжело таким людям что-то либо доказать, ну, потому что, ну, есть такое, правильно же, есть такое. Поэтому давайте все-таки без политики на канале, потому что, говорю, вот политика, это, наверное, то самое неблагодарное, что есть. Конечно, папа как-то сказал Максима Коломейцева, говорит, я, говорит, не лезу в политику, но почему-то всегда политика лезет в меня. Ну, такое тоже есть, да, как бы, ну, как бы так. И знаете, вот здесь тоже многие там друг друга хаят, да, например, хаят, что некоторые там соблюдают какой-нибудь нейтралитет, нет у него своей гражданской позиции, да, там и не за, и не против, типа, короче, я вне политики, ну, знаете, тоже можно сказать, что там ты вне политики, но ты же понимаешь прекрасно, что это не так. Ты не можешь быть вне политики, потому что все равно все, что касается этой прекрасной гребной жизни, все это касается нас в том числе. Вы же понимаете это прекрасно. Правильно же? Вон, да, вот каишки стоят, стоит на пешеходном переходе стоит вот автомобиль. Ну почему они не подходят, не сделают, да? Это же тоже как бы накладывается, да, вот это. Ну, живем в таком прекрасном окружающем гребаном мире. Стоят 4 человека гаишников. На пешеходном переходе стоит минивэн. Ну, ё-моё, ну сделайте, возьмите, эвакуируйте в конце концов минивэн, либо еще что-нибудь. Ну, по барабану. Вот все, вот как бы так. Ладно. Спортсмен из Сочи стал чемпионом Кубани по дзюдо. Вот так вот. И вот в финале он сказал: за Путина, за дзюдо. Красавчик, красавчик. Молодец, молодец. Месяц борьбы с раком, где в Сочи можно пройти качественное обследование. Короче, а месяц борьбы с раком, с каким? Ну, вот, как бы вот манолога можно пройти. Там, как бы, короче, рак груди самое распространенное. Вот самое распространенное – это рак груди. Соответственно, женщин за 40
лет, соответственно, нужно, конечно же, ну, дать возможность, чтобы какой-нибудь хороший врач, какой-нибудь хороший доктор, в конце концов, самое главное, что не патологоанатом, она там, понимаете, а вот чтобы врач, доктор, там, пускай даже там без разницы какой там, взял, особенно манолог, да, взял, потрогал вашу грудь. Потрогал левую грудь, про вторую не забудь, и все. Потому что, ну, как смех смехом, но все равно, как бы, есть. Почему? Ну, потому что продукты у нас сейчас не те. Когда кто-нибудь из вас ел настоящую деревенскую сметану, знаете, в такой, когда вставляешь, и ложка стоит, вот такая. Я такую сметану первый раз увидел, когда у меня вот друзья приезжали с Адамовки, ой, с Домбаровки, извиняюсь, с Домбаровки. И я приходил к ним, они там вот это давали вот эти всякие пышки-пердишки, и вот, соответственно, эти пышки-пердишки берешь этот, прям берешь ложку, вставляешь, у тебя ложка ломается, вот такая вот сметана. Понимаете, вот это реально круто, вот реально круто, прям даже и разговоров не может быть. И действительно, раньше в натуральных продуктах там как бы мало было возможности там заболеть какой-нибудь ерундой. Сейчас же, учитывая, что везде химия и тому подобное, плюс опять же, да, как бы у нас большинство женщин пытается себя как-то апгрейдить. То сиськи делают, то жопу делают, то хвост делают, то брови, то зубы, то глаза, то волоса, то еще что-нибудь. И в итоге получается, они сами себя убивают. То там решили осветлиться, то решили оттемниться, то решили милироваться, то решили пердироваться. И все. И это все накладывает. Все. Это все химия. И вот так вот и получается. В Сочи пляж Звездный и Ривьера будут закрыты для посещения. Ну а что, уже, в принципе, сезон закончился, реально сезон закончился, и Максим Коломейцев так в Сочи ни разу и не искупался. Искупался один раз, но не считается, это 19 января, на крещение я искупался, а так-то я не искупался. Это же печальный факт. Но Максим Коломейцев, он красавчик, он 20 числа улетает на недельку отдохнуть. Куда улетает, он не скажет. Но с 20 по 26 число Максима Коломейцева, 20 по 26 октября, его не будет. Просто имейте это в виду. Поэтому, если вдруг у кого-то какие-то встречи запланированы, все, давайте это решать либо чуть пораньше, либо чуть попозже. Но в любом случае, меня подстраховывает брат, меня подстраховывает сестра, у меня остается помощница. В любом случае, мы сможем все это вам помочь и реализовать все, что у нас делать. Значит так, в Сочи занял 3-е место в общекомандном зачете по тэквондо в турнире. Понимаете, вот 3-е место заняли, они поехали, тэквондисты, по которой версии была ИТФ. Молодцы, красавцы. Да, проиграли Армавиру, да, проиграли Ростовской области. Но ничего страшного. Как бы у них все еще впереди. Люди негодуют. А им говорят так, негодуй, хоть годуй, хоть негодуй, все равно получишь. Напишите в комментариях. Шайбу. И вот вкусная точка взяли на 15% подняли цены. Ну, ребят, потому что сейчас вкусная точка, у них нет никакого контроля. Захотят 5 раз поднимут цену. Ребят, а вы что думали? Вы живете что ли? Вас же никак спецоперация-то никого не касается, правильно же? Правильно. Вас же не касается никак курс доллара, да? Мы же живем с вами в рублевой зоне, правильно же? Ну, реально, в рублевой зоне. Да пускай, как мне некоторые бестолочи говорят, да пускай доллар будет хоть по 500. Да, конечно, плюс, хоть пускай будет хоть по 500, хоть по 700. Правильно же? Пусть там хоть по любой цене будет. Нас же это никак не касается. Ну, для бестолковых скажу так, касается. Как ни крути, все равно, хоть там Путин и постарался все сделать возможно, невозможно, чтобы с нами рассчитывались в рублях и так далее, и так далее, и так далее. В итоге мы пришли к чему? У нас сейчас стал дефицит валюты, как когда-то при советской власти, и, соответственно, доверия рублю нет. Рубль каждый раз обесценивается. Это ладно, если у вас хватает ума и фантазии, и вы берете, в свою очередь, там, купили ту или иную недвижимость, там, или еще что-нибудь. Это ладно, если у вас хватает... Ну что ты делаешь-то? Сплошная линия, блин. Мальчик-дебил. Отсюда и получается ДТП. Офигенно, да? А это гаишники там с той стороны у нас собрались все вместе. Вот как бы так, да? Вот так вот.
Поэтому, если недвижимость взяли, то ладно, хорошо, еще деньги сохранились. Там, кто-то взял там машину, слава богу, сохранились там деньги и так далее. А так, если, например, у вас деньги на протяжении 2 лет лежали, то я могу сказать, что вы стали на 35-40% стали беднее. Ну, серьезно, говорю, как есть. Поэтому здесь такая, блин, штука веселая с бузулуком. Значит так, вредно и не модно. Студентам Кубани рассказали о негативном воздействии табака и его заменителей на здоровье. Вот так вот. Сидели, говорит, посидели, покурили кальян, под кальянчик вот поговорили на эту тему. Прекрасно, прекрасно. Нужно запасаться, что будет с ценами на продукты в России. Поднимается цена, поднимается. Я вот вчера даже умудрился какие-то даже огурцы взять по 300 рублей за килограмм. 300 рублей штучка, блин. 900 рублей кучка, а в кучке 3 штучки. Но продают по 1 килограмму, в 1 килограмме 8 огурцов. Понимаете? Вот как бы так. Вот как бы так. Но нас не касается. Да без разницы, какой будет курс доллара. У нас до сих пор вот большинство, реально, у нас до сих пор большинство, вот чтобы вы понимали, вот продуктов, те же там, посмотрел сейчас, персики там с Армении, нектарин с Турции, огурцы за Жопинска какого-то. Ну, в общем, все отовсюду. Кстати, а вы знаете, что в Сочи в 6 раз больше вакансий, чем безработных граждан? А? Хорошо, для тупых. Ну, для тех, кто говорит, что там работа в Сочи и так далее. Вот смотрите. На каждого одного безработного 6 вакансий. Вот каждый безработный, кто сидит и хер без соли доедает, играет в режиме бомжа, вот ему предлагается 6 разных вариантов работ. Это официальные данные, понимаете? Вот, например, вот ты сидишь, думаешь, вот в Сочи работы нет. Тебе скажут, ну-ка, давай-ка вот есть место в охране. Ну, не хочу, охранник там тупеет. Хорошо. Вот есть возможность, например, работать, например, горничной. О, горничной западло. Ну, ладно, хорошо. Есть возможность работать на Почте России. А вот с этими тупыми людьми, которые приходят за пенсией, да нахер они не нужны. Хорошо. Есть возможность пойти помощником. Помощником. Какая зарплата? Ну, там процент будет от сделок. Ого, да от вашего нахер, говорит, я хочу только официально. И вот таких вот вариантов очень много. В общем, на одного безработного 6 вакансий вам предлагается. 6, понимаете? Круто, круто. Значит так, суд отказал запрещать работу Яндекс.Такси в Краснодарском крае. В общем, у нас с ума сходит, у нас решили запретить Яндекс.Такси через суд. Решили запретить, типа, агрегаторы там, не свои. Не, ну я, если честно, скажу вот так вот. Яндекс все равно навел порядок. Вот, например, любой из вас теперь просто так, например, вот если, например, я захочу, например, на Porsche Cayenne, например, взять и подтаксовывать, да, я не смогу. Мне нужно получить лицензию, мне нужно будет переклеить машину в белый цвет, мне нужно будет там все это сделать. Просто так, как раньше, не проканает. Ну и, соответственно, у кого-то прям в жопе свербит. Я думаю, что это руки у нас растут от Сбербанка. От Сбербанка. Видите, мальчик сидит. Да, счастливый, позитивный, танцует. Вот это классно. Вот. И все, решили Яндекс. Но Яндекс — это сейчас такая монополия, что с Яндексом замучится хоть кто-то воевать, хоть что-то. Поэтому не получилось запретить. Я вообще считаю, вот для нас, для потребителей, чем больше такси, тем лучше. Чем больше такси, тем, соответственно, быстрее машина подъезжает и тем дешевле. Для таксистов наоборот все. Им хочется, чтобы там он был один на весь город, один. И все к нему обращались, чтобы отвезти. Ну вот, как бы это, ну, глупые водители. А так, в целом, вот как бы так. Поэтому проиграли у нас. Проиграли. Яндекс будет. Яндекс был. Яндекс будет. Яндекс, в общем, есть. Мясо по-французски, не только эти блюда, а на самом деле не из Франции. Ну, конечно, мясо по-французски это не из Франции. Ну, кто там? Там во Франции готовить-то не умеют. Они там тупизни все. Серьезно говорю. Самая невкусная еда во Франции. В Италии еще, да, более-менее нормально. Ну, во Франции, вот я был как бы в 3 городах. Ну, не умеет готовить. Шляпа. Сегодня появились цены из Тель-Авива в Сочи. Из Тель-Авива в Сочи можно уехать всего лишь за 200 тысяч рублей. Это акция для Галкина и для Пугачевой. Ребят, возвращай. Ургант тоже возвращай. Слепаков, блин, возвращайся. Возвращайся, брат, возвращайся. Как там у нас там песня? Как там у нас песня у тебя была, да?
Ну-ка, ну-ка, как там? Ну, как у нас было с песней? Скажи, пожалуйста, как у нас было? Ну-ка. Ну-ка, как там у тебя попелось? А в моей стране все есть. Нефть в ней есть, и газ в ней есть. Уголь есть, и никель есть. Алюминия не счесть. Есть в ней золото, алмазы, изумруды и топазы. Как же так? В стране все есть, а народу нехер есть. Как же так? Все есть в стране, а народ живет в говне. Да-да-да, народ живет в говне. Если бы не этот народ, если это не народ, то хрен бы ты бы уехал бы в Израиль, я скажу так. Благодаря тому, что вот такие веселые песенки нравятся народу, они готовы там за концерты отдавать бешеные деньги и так далее. И вся карьера, и можно сказать, а карьера что такое? Это весь твой рабочий путь, да, начиная там с КВН и так далее, тебе дала Россия. И то, что ты сейчас можешь жить, то образование, которое ты получил в институте, благодаря тому, что ты учился в институте, благодаря тому, что ты взял там, выступал на КВН, благодаря тому, что там на телевидении, благодаря то-то-то-то-то-то, и где-то там как бы оказался там против, и благодаря этому ты и заработал, и благодаря этому ты и переехал в прекрасный Израиль, да? А теперь, когда в Израиле творится небольшая зопа, почему-то у всех вас возникло желание переехать в прекрасную Россию. И именно из-за вас теперь простые обычные туристы, которые просто поехали там посмотреть, как в Израиле, как там живут и так далее, теперь должны платить по 200 тысяч рублей в билет. Потому что прекрасно понимают, что очень много сакунишек, которые убежали из страны в период специальной военной операции, теперь сейчас потихонечку возвращаются. Да, а возвращаться они могут за большие деньги. Вот так. Поэтому, кто бы что ни говорил, да, как бы, да, и доля правды в песне есть, там, да, там, про народ, про все, про нас. Ну, одно я могу сказать точно. Как бы, Россия это не худшая страна для проживания, для заработка. Я вам попробую снять интервью. Хотя он не хочет, как бы. У меня там знакомый целый год прожил в Турции, был руководителем отдела продаж, все хорошо, все прекрасно. А вчера я его здесь встретил, он сказал: «Макс, я вернулся назад». Я говорю: «Что так? Как ты вернулся назад? Зачем, брат? Зачем?» Он говорит: «Макс, говорит, короче, об этом я расскажу в следующем выпуске. Если вдруг интересно, да, сказать, почему он переехал, почему он вернулся назад, хотя это не те ваши фантазеры турки, которые к Турцию, которые он приезжал в Турцию, у него на кармане было 50 миллионов. 50. Не 500 тысяч, не миллион, а было сразу. Он как бы не стал напрягаться, он сразу купил там себе квартиру, сразу купил еще квартиры под сдачу и так далее. У него было все хорошо, как бы он не такой, не беженец с голой сракой, не как я переезжал в прекрасный город Сочи, понимаете? Вот как бы так. Поэтому, ну и даже он выдержал ровно год и сейчас взял и вернулся. Вернулся блудный сын в Сочи. Теперь, соответственно, в Сочи теперь будет работать и жить. Потому что есть некоторые моменты, которые его не устроили. Ладно, ребят, на этом с вами прощаюсь. Вам всем прекрасного настроения, всем вам добра и пока.